Звезда 90-х, певица Татьяна Овсиенко была в шоке, когда узнала, что ее гражданского мужа Александра Меркулова подозревают в жестокости, а ее саму в алкоголизме. Но волновалась она больше не за себя, а за свою маму. Ведь в СМИ начала распространяться информация, что Татьяну избивает муж. В свободное время он распродает ее имущество. А саму Овсиенко давно не видно, потому что она крепко выпивает. Певице пришлось даже самой все объяснять. Она с весны на самоизоляции, не пользуется активно соцсетями. А муж увез ее в Крым отдыхать и наслаждаться морем. Теперь Татьяна Овсиенко соглашается на интервью и рассказывает о своей жизни сама, чтобы не было сплетен и пересудов. Она поделилась, что с мужем у нее полное взаимопонимание, и у них даже есть большие планы на будущее. «Ребеночка мы очень хотим. Мы верующие люди, стоим в молитвах, очень часто рассуждаем на эту тему. Как Бог даст? Я, конечно, осознаю, сколько мне лет. Саша предлагал суррогатную мать, а мой сын Игорь взять ребеночка из детского дома», призналась Овсиенко. Татьяна не скрывает, что у них с Александром бывали проблемы, но до крайности никогда не доходило. Тем более оба задумываются о венчании. Поэтому, возможно, скоро Овсиенко вновь наденет белое платье. Недавно Татьяна Овсиенко опубликовала совместные фото с Меркуловым из Ялты. Видно, что в семье царит идиллия. А сама певица совсем не похожа на алкоголичку.